Всем привет! День рождения друга. Несем свой новый подарок в камеру. Давайте его собрать. Ток. И будешь наливать. Рождение! С камерой, ёшкины, влипли мы! Ну давай, нет, друзья, споем, раз за праздничным столом. Меня, пожалуйста, кадр не ставить. Ну, тут угол 170 градусов, да. Хочешь, не хочешь? Справить. Главному заседателю. 6.15, это 13 камер? Чего 6.15? Ничего, на 13. Нет, Full HD. О, голые уже мужики. И что загадала ты? Леонид, ты как хочешь? Хочешь подарки пей, хочешь прячь. Нет, прятать ты что? Это, я знаю. Это только эксклюзив. Эксклюзив. Я это. Это раз эксклюзивные звездочки. Куча мне было. Я, блядь, это, да, это была. Я ее раз распечатал. Ты вроде это так счастлива была изначально. И встречала в гости нас с любовью. Нас, которые всегда в черно-белые года будут рядом непременно с ней. А день рождения пусть идет. Как жизнь вперед, здесь и прожарено пропеченное. За Лену пьет, желают счастья и добра. Друзья, с утра пусть каждый будет день такой, как это твой день рождения лучший день. В судьбе твоей и даже умке ждать не лень. Нас у дверей теплом сердец своих друзей. Свое согрей на много-многие года. Чтоб не остыло никогда. Не, ну это бобер, пойманный зимой по лицензии, я так понимаю. Откуда ты все знаешь-то? Ну, по-другому нельзя. Никак нельзя. Юра. Я с Матани был на бане, журавли летели. Как Матани смеется, сапоги слетели. А за огородами баньки деревенские, да у самой реченьки, да поближе к ней. У меня родимые доводы есть веские, что на свете нету их жарче и родней. Ах, баня, 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 малиновый ты жар, березовый духмяный, да веничек пропарь. Ах, баня, 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 ты добрая маманя, ах, русская ты баня, да разгони печаль. Ах, русская ты баня, да разгони печаль. Испарной да прямо в речку окунулся с головой. Ну а бабы увидали, закричали: ой-ой-ой! Что там вам турецкие, финские да шведские? Наши баньки русские, бревнышки. Так, а то много пиздим, а ты за рулем? Да. Ну что, присаживайся, вы дадите кофейку сейчас. Ну я вылез. Здоровья тебе стального. Всего остального. Да, вот это хорошо. Чтобы у тебя все было, и чтобы тебе ничего. Нихуя, чтобы ничего мне за это не было. Бревнышки в ремну. Курские, смоленские, баньки деревенские. Затопи родимую жар, подай. А ну! Ах, баня, 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 малиновый ты жар. Березовый духмяный, да веничек пропарь. Ах, баня, 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 ты добрая маманя. Ах, русская ты баня, да разгони печаль. Ах, русская ты баня, да разгони печаль. Ну,
Ты заново поставил? Спиной к стене. Чё? Наперчил хорошо. Не, ну а... Дичь. Нет, а я люблю. Да. По-честному. А так как? Анонизм это всё хуйня. Как хорошо. Ач, ты вот не ушел. Лежит. Мужик на бабе, да. Мань, тебе хорошо? Она тишина. Мань, тебе хорошо? Опять тишина. Мань, тебе хорошо? Она... А ты ж не ушел? Призадумался, Мань. Он пристал. Что ты лакаешь прям с двух чашек хуяришь, то с одной тут... Нет, а ты обрати, говорю, сюда, я туда. А то сейчас тут кончится, а там, блядь, будет целое. Надо сначала жарить дальних, дальних, а да. Потом кушать свое. Кушать с картошкой, а там чисто шульма. Да нет, вообще, блядь, американцы говорят, вот мы все должны жить, как они. Да я не хочу. Я не хочу, как они. А ты знаешь, как они живут? А мне нахуй не надо знать. Пусть он ко мне не лезет. Да и все. А то высказался. Как это так Россия одна Сибирью пользуется? Что, идиот? Да. И, блядь, и разговаривает на весь мир. Нет. Нет. А пользуется вообще охуенно. Кто пользуется-то? Да они же, ёпта мать. Ну. Я когда первый раз приехал в Египет, а что, Юкс был, Юкос, это, заправки. А рот разинул, думаю, бля. Красный это у нас кто? Лукойл. Лукойл. Зеленый Юкос. Это, я. Самка. А рот разинул, думаю, ёптан, это что такое? Спрашиваю, а доллар был 29, наверное, рублей. А сколько? А где же они это, не... Нас возят на лекарство, а образ там свои, но здоровый. Я тебя жду. И не говори. А там кондишн, видишь? Вера, сколько у вас солярка стоит? Ну, мы это, отсюда. Он, ну, на доллар, там, в районе 4,8. Ну, загибись. Так, посгоди, думаю, да, глушить мотор. А бензинчик? Он, у тебя какой? Я говорю, ну, 95-98 у нас вот такого нет. Я говорю, а 80 и 92. Хорошо. Сколько же это стоит? Значит, 92-го 3 литра, а 80-го 4,5. За доллар. Да. Я говорю, а где же хозяин этой заправочки сидит? Чудесные заправки. Он, да, чудесные заправки. Он и говорит мне. Ну. Там же, тебе как по акциям сказать? Я, нет, я не просто, по-честному. Ну, один у нас сидит, один в Турции, а этот вот где-то в Европе сидит. Там называет. Говорю, а в России, вас качалка сидит. Зайц. Идет на побывку, едет молодой моряк. А волк из-за куста говорит, напрасно, старушка, идет сегодня домой. Да, я говорю, блядь, надысь, волка, блядь, драл. Ёпта, хотел отъебать, но пощадил, пинка дал ему. Волк думает, ну, блядь, сука, сейчас иди там. Раз, слышен, блядь, бум-бум-бум-бум. И волк кубрем оттуда, раз, блядь. Все спрашивают, что такое? Волк, блядь, раз, что такое? И лев оттуда. Тебе, зайк, может, тебя никто не обижает? Два друга пришли в столовую, ну, там, в кафе хуисты. Но один знает порцию первого, второго и третьего. А это два по половинке, да, второе и то же самое. Ну, сели он, блядь, все это, две в одну, нахуй. А то говорит, а нахуя, что, сразу заказал бы одну, да и все. Я ебу. Тут говорит, две сметаны. А у тебя одна? У нас друга, ну хуй, руки выросли. Он к доктору приходит, блядь.
Доктор, ёптарами. Беда у меня вот какая, мутировать надо, нахуй. А чё? Вот давай концовывать, он, блядь, он ждёт, бля, вот так вот, блядь. И пиздец, вот что делать хуй знает. Ну, он ему раз, блин, пройди анализ, хуяльцы. Через 4 дня там на операцию. Приготовить всё к операции. Хуя сердце проходит, он нихуя не появляется. Неделя вторая проходит, на рынке встречается доктор. Ты чё не приходишь, ёпта, на тебе да. Всё. А знаешь, что он привык, как? А я говорю, щелба дай Бог. Говорит, начинай совать. Он говорит, давай, какие мы ебаные щелбан. Он загнул. А говорит, загнул нахуй. Погнай туда. Я туда смотрю. Слагала на поле. Это что, житю пойдет? На полу. На клутья. Из похода воротя. Парятся не даром, и не даром говорят, дядя с легким паром. Баба идет. Зачем? Полезу. Почему? Пошла по кто не засадил меня. Она думает. Баба, мама, кто? Скажи мне. Здравствуй, гномик. Грибочки собираю, ну грибочки. Женщина, я ваш мысль прожидал. Какие же, гномик? Трахаться хочешь, безборно. Правда, гномик, правда. Ну какие проблемы, выбирай. Покрывал каждый раз. Она прямо хуй. Хватит со стёжки, блядь, чёрно. А? Как он возится? Он, знаешь, детюлёк. Надо детюлёк, он её давай. Хорошо сразу, она уже не готова, она взад и вперёд. Ёпта, и она на утёк нахуй. А он за сверху, хуярь, хуй-то. Ёпта, мама. Идёт охотник полез. Охотник, охотник. Что такое, женщина? Скажи, что тебе. Скажи, тетюлёк. Тетюлёк. Ёб твою мать, вот он ружьё бросает. Пошёл, мутёк. Хуярик, блядь, хрусток полез. А, подбегайте река. Рыбалов ловит рыбу на той стороне. Рыбак, а! Скажи, тетюлёк. Тут ёбнутый, что ли? Пожалуйста, скажи тетюлёк, он тетюлёк, он хуярит, плывёт, блядь, хуй плывёт. Охотник, блядь, с этой стороны, давай я теперь буду шуметь. Тетюлёк, он, блядь, раз нахуй, то сюда, ага. Эд шумнёт, тетюлёк, раз. Хотели мудрили, утопить его, мудрили, да? Мудрили, блядь, утонул нахуй на серёдке. Ебать, рыбак подплывает. Блядь, от дел-то чё избавились, надо да. От дел-то быть. Да. Пойдём ружьё найдём. Дожжём. Ну пошли, нашли. Блядь, гном встречается, ёпта, опять на этой стёжке, бля. А, гномик, здравствуйте, здравствуйте, добрые люди, всё правильно. Чё, грибочек собирает? Ну, подходит, покрывал-то. Ах, какие грибы, тетюльки! Ёпта, блядь, вот это обмыли, блядь. Опять попёрли, да? Бля, их корзинка. Да не хуже. Тетюльки, бля. Муж одна, жена, пиль ты. Тут, блядь, ну не знаю, что делать. О, дай водички-то. Оставалось, все выпил. Ничего не выпил. Ну, давай. Я блюду для друзей все. Ой, ну, думаю, не нахуй. Такая жизнь, берет веревку, а одна жена говорит, ты куда, блядь, собрался-то? Блядь, повесить не дает никуда. Да, блядь, за хворстом. Ты там мелочи не собирай, покрупнее, блядь, бери бревна. Он думает, ебаный. Слава богу, хоть отмучаюсь. Ну идет по лесу, блядь, думай. Вот спасибо. Ветка тонкая, блядь. Ага. Оборвешься второй раз. Да. А он, блядь, перед смертью высоко. Хо-хо! Высоко лезть. Вот. Думаю, да что ж ты, ёпта, мучиться. Да. Шел. Раз. Смотрит этот самый. Овраг. Вот. Глубокий, там не видно. И он думает, ёлопала, а чё я должен вешаться? Она меня пилит. Ага. Я привезу, сейчас скажу, блядь, нашёл золото, сейчас её ёбну туда, во враг, да я отмучаюсь. Ну и хуй с ней. Летите оттуда,
А она видит, он без дров-то. Ты сволочь такая, лодырь, блядь. Ага. Ты, сука, он думает, ну, наверное, пути. Я ри, дура, блядь, золото нашел. Какой золото, блядь, дрова не блядь. Золото, какие дрова, золото нашел. Где? Там. Пойдем, дай, блядь, щец поем. Потом, нахуй, блядь, ты жрать и жрать будешь, нахуй. Потом пожрешь, пойдем, золото искать. Ну, хули, он подводит, где? Вот здесь, пинка и раз оттуда. Хуяк, блядь. Пришел, выпил, поел, расслабил, да ты чё? День другой, блядь, думаю, чё-то не то. Она её каждый день пилила, а тут раз тоска её уберёт, блядь, думаю, ёб твою мать. Денёк ещё третий, четвёртый, вот, блядь, пойду, может быть, живая, может, поумнела, достану. Блядь, ну, тоска её уберёт и всё. Ну, он берёт верёвку, блядь, длинную, и туда приходит, за дерево привязал. Берег то конец, сбросил, вот, ну и ты же думаешь, сейчас это, спущусь там, трясется, вот берег, трясется, блядь, трепыхается, ну ёпта, нам вцепилось, тащит, почти, блядь, берег, конечно, хуяк, змея, он ее хотел отпускать, она, мужик человеческий, он, ради бога, не пускай и не отпускай, я тебе выполню, что хочешь, он, что случилось? Да неделю назад какая-то бешеная баба, блядь, к нам попала. Нас было 11 сестер, 10 пиздец. Осталась я одна. Пощади, блядь, ёбнув со змеёй жить. Наташка, чтоб ты сдохла, чтоб по тебе моя сердца не сохла. Конвынвы, ширины, купырины, намазаны рябой. Попки запупырены, качай головой. Жираф с бегемотом, блядь, да, сидят, да. Выпивают. Слыхал? Нет. Нет? Давай. Бегемот этот прям, блядь, хлоп, она мне, блядь, бур. Жираф отходит. Да, бегемот, ты пуль. Надо вот прочувствовать, вот, когда она по горлу кать. Бегемот говорит, пить ладно, а если блевать? Заебись ждать. Мне, когда это, жираф, львы, прайд, поймал, блядь, мне жалко аж было, как они облепили все, он рыкал, блядь, одно, как ёбнул, лев прям крутоносый, они, блядь, и все свалили его и загрызли. И вот знаешь, что, блядь, у них, они все снимают, они вмешиваются вообще, ни в чего, хоть так, ну, хоть а всяк. Как? А я, конечно, вообще-то тоже, Заяц, ну, жираф женился, старый анекдот. Да, уже, воробей приебал с кобыли. А это знаете, женился, сидит на пеньке и плачет. А, бог, да что, блядь, давай, блядь. Да как хули он женился, блядь, как ебать. Пока сбегай, поцелую, блядь, спущусь нахуй. Писюрек крупа. Да, хуяк не стоит. Блядь, ну бегаешь, не знаю, что делать. Расписались. А потом, блядь, он идет, бухой сидит по ее песне, блядь. Да что? А, говорит, я нахуй. Где я будто его целую? А это воробей. Прибался, как кобыл, блядь, подписывает, блядь, джик. А воробей, блядь, и так всякое, кобыл, ты разочек. А где детцов, блядь, воробей? Он, кобыл, блядь, ну там писька твоя нравится, дай разок залить. Путовца, тащи, блядь, и, пожалуйста. Ну, воробей, блядь, давай, это самое, таскать. Натаскал путку, вот. Кабель придержит, ну, я не таскал. Она думает, нихуя ебанутый. Подходит, блядь, правда, путавца, да и стоит, говорит, давай. Ну и стоит овец, живет. А тот воробей там и так, и сяк. Ну, щекотал. Он никак не подлезет, хвост мешает. Щекотал. Он как пердит, он брык, лежит, блядь, на земле. Говорит, слушай, ну не хочешь, так и скажи, хуль в грудь копытом ширять, блядь. Не хочешь, так и скажи. Ты не хуже этого? Дай хлеб. Ага. Идем, комар. Приведи. Комар, звони в дверь. Ну и... Звонок. Да, мартышка, открывает. Звоних дома. Нет. Скажи этой толстой бляди, Арнольд приходил. Не вовремя выпитая. Вторая, загубленная первая.
логично. И в чистой бане нечистая сила воется. В реке русалка, в болоте кикимора, а в бане своя. Баня.